Там все, или еще кто-то будет. То уже еще меньше стал. Меньше, меньше и меньше. Ладно, продолжаем. Пам-пам-пам-пам-пам. Итак, это все, что касалось одноэлементной плоской, простите, одномерной системы. Не одноэлементной, а одномерной системы. Теперь переходим к системе плоской. Плоской системе, да, плоской системе сил. У нас есть что? Здесь уже декартовая система координат вводится, x, y. Вот. Выбирается направление оси. Вот. И задача у нас такая. У нас трехэлементная, опять же, система из трех стержней. Каждый из стержней будет отдельным элементом. Вот. При этом стержни расположены вот таким вот образом. То есть составляют некую ферму. При этом закрепление у нас следующее. В первом узле у нас закрепление шарнирное, неподвижное. Во втором шарнирное, подвижное. И в узле номер два действует сила F, направленная под углом. Ну, ее мы разбиваем на две проекции, F1 и F2. Либо просто две силы действуют. F1 по горизонтали, F2 по вертикали. Не суть важно. Задавать можно и таким образом, и вот таким вот образом, как результирующий вектор. Просто потом придется записывать проект. Окей. Далее. Как я сказал, у нас три элемента, три узла будут. Первый узел, второй узел, третий узел. У первого элемента у нас узлы 1 и 2. У второго элемента у нас узлы 2 и 3. Хочу здесь запутано все. Сейчас, извините, помню. Странно. О, ну ладно. Первый, второй, третий узел. Да? У первого элемента у нас первый, второй узел. У второго, второй, третий. У третьего, первый, третий узел. То есть предыдущая задача у нас, когда они в ряд располагались, да, вдоль одной оси, у нас было 4 узла. Вот. В данном случае будет 3 узла. То есть замкнутая такая система. Далее. У первого узла у нас два перемещения возможных. У 1, у 2. Вот. У второго. У3, у4, у третьего, у5, у6. Это все наши возможные перемещения. Я говорю возможные, потому что где-то из-за заделки перемещения могут быть нулевыми.
Значит, записываем вот такую табличку. То есть нумерация элементов и узлов в нашей задаче. Вот. То есть первый, один, второй узлы, второй элемент, второй, третий, ну и третий, первый, третий узлы. Вот то, что я сейчас уже говорю. Значит, также отмечаем реакцию опор, которая у нас здесь есть. То есть в первом узле у нас реакция по X, реакция по Y. Вспоминаем Тюрмех. В третьем узле реакция по X только. Вот, то есть раз, два, три реакции опор. И две известных силы. Значит, ну перейдем к матрице жесткости. Здесь все посложнее. Поскольку мы с вами рассматриваем задачу на плоскости, да, не вдоль какой-то оси, а именно на плоскости, то нам нужно эти стержни, наши элементы, позиционировать на этой самой плоскости. Вот. Для этого уже существует вот такая вот матрица, где С и С – это направляющиеся кось, направляющие косинус и синус. То есть С – это косинус вот этого угла φ. Где вот это вот – это наш элемент. Вот и И-ты узел, G-ты узел. Это понятно, да? Что если у нас элемент пространства расположен, простите, на плоскости расположен, да, под неким углом к горизонту, вот он, то для того, чтобы составить матрицу жесткости для него, у нас будет учитываться вот этот угол в виде косинусов и синусов. То есть С это косинус угла φ, С это синус угла φ. Значит, почему здесь матрица жесткости уже имеет вид 4 на 4 для одного элемента, не для двух, для одного? Потому что, по сути, у нас каждый узел в данном случае имеет два возможных перемещения. По оси X и по оси Y. И это мы все должны учитывать. В предыдущей задаче у нас все было вдоль одной оси, поэтому у каждого узла было одно возможное перемещение. Поэтому и для одного узла, ой, простите, для одного элемента с двумя узлами у нас была матрица жесткости 2 на 2. Вот такая примерно. Здесь же у нас для каждого узла возможны два перемещения. Ну и, соответственно, матрица жесткости вырастает в два раза. А, собственно, опять же, если у нас будет пространство рассматриваться, там все возможные перемещения должны быть тоже учитываться. Там будет побольше. Ну и матрица жесткости будет по-другому записываться. Но про общее построение матрицы жесткости мы еще поговорим. Далее. Нумерация узлов матрицы жесткости, точнее, простите, столбцов и строк матрицы жесткости будет выглядеть вот таким вот образом. То есть первое это у нас будет 2i минус 1. Первая строка или первый столбец. Вторая строка, второй столбец, просто 2i. И это точно так же начальный узел, g, конечный узел. Ну и аналогично для g. Ну, сейчас опять же посмотрим это подробно. Ну и учитывать также мы должны с вами, помимо того, что основное у нас было, да, закон Гука, вот он. Да, мы еще должны правильно спозиционировать наш стержень на плоскости. Вот благодаря вот этой матрице, направляющей синусов косинусов. Собственно, еще раз напомню, С это косинус, С это синус. В методичке, опять же, все это записано подробно. Ну, то, что я сказал словами, там записано. Есть вопросы, есть какие-нибудь? Пока вроде бы нет. Окей. Единственное, да, там в методичке есть ошибка. Ну, скажем так, не ошибка, несколько неудобно сделано. Вот, что там как-то угол ищется. Вот этот угол высчитывается, нам достаточно и вот этого. Нам синусы, косинусы. Ну, у каждого будет свой треугольник, да, в варианте. А вот.
То есть нам не надо искать вот этот угол, простите, фи, мы можем сразу синусы и косинусы находить. Потому что треугольник прямоугольный, как соотношение сторон. Поэтому вот этот угол, как там расписано, нам искать будет не надо. Но, собственно, чтобы вы представляли, откуда это все берется. Это синус и косинус соответствующих угла. Вот. Ну, теперь составим матрицы жесткости для каждого отдельного элемента. Возьмем первый элемент. Вот он. Он у нас, смотрим, расположен горизонтально вдоль оси x. Значит, вот этот угол, да, будет равен нулю. Правильно? Следовательно, синус нуля чему равен? Нулю. Нулю. Значит, в этой матрице, везде, где присутствует синус, то есть S, это синус, везде будут нули. То есть у нас останется только 4 ненулевых элемента. С квадрат, минус С квадрат. А вот здесь и здесь тоже. Минус С квадрат и С квадрат. Вот они. Это раз. Второе. Составляем правильную нумерацию строк и столбцов. Значит, у первого элемента, вот он, смотрим в табличку, узлы первый и второй, то есть И1, Ж2. Ну и записываем по аналогии. 2И минус 1, то есть 2 умножить на 1 минус 1 будет 1. 2 умножить на 1 будет 2. 2 умножить на 2 минус 1 будет 3. Ну и 2 умножить на 2 будет 4. Вот записали. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Вот они. Ну и записываем, опять же, поскольку узел, элемент, простите, как я сказал, расположен горизонтально, значит, записываем только вот эти 4 элемента, не нулевых. Все остальные будут нулевыми. Вот у нас получается К1. Вот таким вот образом. Здесь у К индекс это номер элемента. Далее. Аналогично с узлом, ой, простите, с элементом номер 3. Он у нас расположен вертикально. Вот он. Соответственно, вот этот угол будет 90 градусов. Синус 90 градусов и косинус чему равны, соответственно? Синус единица, а косинус ноль. Синус единица, косинус 0, верно. То есть здесь у нас получается обратная картина. Все элементы, где будет присутствовать косинус, будут нулевыми. Останутся только 4, где присутствует только синус. Синус квадрат. Вот этот, вот этот, вот этот и вот этот. Все остальные нули. Вот мы их здесь также записываем. Единственное, нумерация у нас будет у третьего, да, элемента у нас весь первый узел и третий узел. Да, вот он. Значит, записываем аналогично. 2i минус 1. Ну, опять же, первый начальный узел. Вот они у нас получились 1, 2, 1, 2. Аналогично, как и с первым элементом. Далее, конечный у нас третий. Значит, 3, фу, простите, 2 умножить на 3 минус 1, 5. Ну и 2 умножить на 3, получаем 6. Вот. Собственно, записываем со всеми нумерациями. Ну, здесь у меня опять же помечено, как рассчитываются каждый из элементов матрицы жесткости. Для первого, вот, и для третьего. И остается только второй элемент. Вот он у нас, который расположен под неким углом к горизонту. Узлы у него, соответственно, начальный 2, конечный 3. Значит, нумерация будет вот такая уже. 3, 4, 5, 6. Столбцов и строк. Ну, а элементы будут присутствовать все. Вот. Ну, и уже записаны в соответствии с вот этой вот табличкой. Ой, простите, с этой матрицей. Поскольку угол фи у нас не нулевой, не 90, да, будет и синус, и косинус. Ну, и все это дело записываем. Да, например, элемент с индексом 1, простите, здесь не 1,1 должен быть, а 3,3. Вот. У нас будут
соответственно, вот этот элемент, да, вот он таким образом будет рассчитываться. Опять же, закон Гука и умножить на квадрат направляющего косинуса. Это понятно? Здесь есть какие-то вопросы? А вот получается, там, где у нас минус, мы просто вставляем в эту формулу и ставим перед ней минус, Да. правильно? Ну, например, если взять вот какой-то у нас получается вот этот, да, К3,1, да, например, то у нас здесь будет минус умножить на минус косинус квадрата. Ну, понятно, я думаю, да? Вот. То есть добавляет этот знак минус. Но опять же, если минус sc, то здесь будет не косинус квадрат, а косинус синус фи. Ну а теперь составляем глобальную матрицу жесткости. Нумерация уже идет подряд, вся сквозная. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Как по строкам, так и по столбцам. То есть просто глобально все составляем. Значит, ну и уже записываем по тому самому принципу, про который я вам говорил. Здесь у меня мы как раз... вспомнил, что это такое. То есть вот по такому принципу у нас все идет. Далее записываем, опять же, столбец сил. Вот он у нас. Значит, столбцы здесь, силы и перемещения, то есть деформация, у нас записываются следующим образом. То есть первый элемент, вот он у нас, имеет узлы 1, 2, да? В первом узле возможные перемещения U1, U2 и возможные силы. Точнее, невозможная реакция опор. X1, Y1. Вот. Во втором узле возможное перемещение U3, U4, силы F1, F2. Вот мы и записываем столбец. Первый узел, второй узел, третий узел. То есть по иксу, по игреку, по иксу, по игреку, по иксу, по игреку. Понятно? Да. Для первого узла xy, для второго xy, для третьего xy. То есть все по осям раскладывается. Ну и перемещение аналогично. Первый узел перемещение по x, по y, второй перемещение по x, по y и третий перемещение по x, по y. Ну и глобальная матрица жесткости. Далее составляем, опять же, прошу прощения, решаем данную систему. Значит, но здесь, опять же, все несколько будет проще. Сейчас я только на методичку переключусь, я здесь этого не делал. Вот, будет такая большая глобальная матрица жесткости, да, вот столбцы перемещения сил, как я уже говорил. Вот. И мы здесь можем сделать следующее. Поскольку у нас U1, U2 и U5 будут нулевыми перемещениями из-за реакции опоры, да, то есть шарнирная блокирует перемещение, и шарнирная подвижная блокирует перемещение по одной оси, по оси X. Вот, так, прошу прощения, давайте я назад вернусь. Здесь у меня это записано, по крайней мере, да? То есть вот, нулевое это перемещение, нулевое это будет, нулевое это. То есть первое, второе, третье, нулевые перемещения. Собственно, U3, U4, U6 не нулевые. Да? Это OSX, это OSY, это тоже OSX. Вернемся в методичку. Поэтому здесь U1, U2, U5, они нулевые. И мы с вами можем их выкинуть из рассмотрения. Да, то есть вспоминаем, как у нас идет нумерация. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Первый столбец, второй столбец. Значит, мы эту матрицу жесткости мы умножаем на, соответственно, наш с вами U1, там U2 и так далее. Да? Строка на столбец. Идет умножение. Строка на столбец. То есть K1 умножаем на U1, 0 на U2 и так далее. Минус K1 на U3. Ну, понятно, да? Значит, я к чему все это веду? Что поскольку у нас перемещение U1, U2 и U5 нулевые, соответствующие столбцы из матрицы жесткости мы можем выкинуть. Первый, второй, пятый. То есть мы получим с вами вот такую систему, как здесь показано. То есть уже меньше считать. Вот у нас три неизвестных, U3, U4, U6. Ну и остается три столбца. Третий, четвертый, шестой. В матрице жесткости. Столбец сил без изменений. И разделить мы можем эту систему на две. Да, здесь просто построчно разделяем. Поскольку у нас x1 и y1 и x3 это неизвестные реакции опор, мы пока их найти не можем. Вот, поэтому для них составляем отдельную подсистему. Вот, и отдельная система для нахождения неизвестных перемещений, поскольку силы нам известны как элементы матрицы жесткости. То есть находим сначала неизвестные перемещения, затем реакции опор по этим самым перемещениям. То есть они сразу в лоб решают вот эту вот систему. Это понятно? Есть здесь какие-нибудь вопросы? Да, вроде бы пока понятно. Ну, вот. В методичке это расписано, но не, может быть, не так подробно, как я говорил. Вот. Но, собственно, есть. Единственное, что я хочу сказать, да, что, например, во второй лабораторной у нас там есть задача на растяжение и задача на кручение. Собственно, когда у нас задача на кручение, то там все примерно то же самое уравнение. Единственное, элементы матрицы жесткости считаются, вот обратите внимание, по вот такой вот формуле. Да, это опять же закон Гука только для кручения. Вместо модуля Юнга у нас модуль сдвига, вот умноженный на полярный момент инерции, ну и деленный опять же на длину стержня. Вот. То есть здесь мы учитываем с вами записанную матрицу жесткости, как раз вот закон Гука для кручения. Соответственно, если мы с вами будем считать задачу на изгиб, то опять же в матрицу жесткости будут записываться свои элементы. Вот. И, например, если опять же брать задачу на изгиб, да, например, то там неизвестными перемещениями будут углы поворота сечения и прогибы. Величины прогиба. Вот. Они просто перемещения по x, по y. То есть, в принципе, мы с вами можем брать любые как перемещения узлов. Если здесь тут картинки нет. Задача, да? То есть как перемещение узлов по x, y, так повороты вокруг осей, да, соответствующих элементов. То есть, опять же, перемещение узлов можно запрограммировать на это. Ну, так, например, и прогибы, и, соответственно, углы поворота. То есть, и так далее, в зависимости от того, какую задачу мы с вами решаем. Решаем задачу на прогиб, да, то есть на изгиб, значит, учитываем величины прогиба, то есть перемещение, по сути, по оси Y узлов и, соответственно, на углы поворота наших с вами элементов. Да, то есть этот был такой, повернулся, соответственно, по изгибу вот прямо сюда, например. Ну и так далее. Что еще хотел сказать? Да, собственно, еще в третьей работе у нас есть фрикционный расчет температурной деформации. Значит, здесь, собственно,
примерно будет все то же самое, вот, та же самая матрица жесткости. Вот, единственное, здесь мы с вами должны учитывать, скажем так, температуру. То есть там один из стержней нагревается, два других остаются предыдущей температуры с комнатой, по-моему. Вот. То есть делается следующее. Мы с вами вот эту самую температуру пересчитываем в некую силу эквивалентную. Делать мы это почему можем? Потому что у нас, когда происходит нагрев металлического стержня, что с ним происходит? Но расширения нет. Да, расширение. Отсюда, кстати, вопрос. Почему? На поездах же все ездили. Да. А вот, на тех же трамваях, например. Собственно, почему стук колес есть, когда на поезде едешь? Никогда не задумывались, почему колеса стучат у поезда? Нет. Потому что между рельсами есть стыки, то есть пустое пространство. А зачем оно нужно? Чтобы когда трение нагревался металл, и они не ломались, а просто в стык расширялись. Да, ну то есть там не ломались, на самом деле, не из-за трения. А, вот. А, например, летом у нас температура-то выше, правильно? Чем зимой. А, и, соответственно, рельсы расширяются. Особенно если на солнышке лежат. А, трение там не такое значительное. Поэтому происходит тем же летом, да, большой нагрев. И, соответственно, расширение этих самых рельс. Потому что если бы эти стыки не делали пустое пространство на стыках, точнее, вот, то рельсы бы выгибались дугой. Они бы не разрушались, просто бы выгибались. Вот сама рельса. Вот и скрепление их вполне могло вырывать. Соответственно, вот это учитывается. Ну и, соответственно, вот эта самая тепловая нагрузка, тепловой нагрев можно пересчитывать как некую эквивалентную силу. Да, пересчитывается она вот таким вот образом. Если брать долю одной оси, то просто вот это произведение. Модуля Юнга на площадь поперечного сечения, на коэффициент температурного расширения. Это, опять же, характеристика каждого отдельного металла. Вот, ну или не только металла. И умножить на разницу температур, то есть на нагрев. То есть мы с вами температуру 200 градусов, например, да, нагрев на 200 градусов, можем записать в виде вот такой вот силы. С учетом модуля Юнга, опять же, площадь поперечного сечения, коэффициент температурного расширения, ну и 200 градусов сюда записываем на нагрев. Вот. Коэффициент температурного расширения материала, опять же, берется из таблицы. Вот это константа. Ну и поскольку у нас задача третья, она у нас задача на плоскости, мы должны, опять же, спозиционировать эту силу. Куда она направлена? По оси X, по оси Y. Вот. Вдоль какого элемента? Собственно, вот добавляется еще вот такой вот столбец синусов косинусов. Ну, поскольку там угол фи равен нулю, да, то у нас будет только минус c и c. А, вот. Смотрим, значит, как она у нас задается. Вот. Задается она у нас для элемента. Вернусь обратно к практике. Для первого элемента этот нагрев задается, значит, у нас узлы 1 и 2, да, значит, нумерация идет 1, 2, 3, 4, вот, нумерация вот этих вот строк, те же силы, то есть 1, 2, 3, 4, вот. Ну и здесь аналогично мы составляем столбец сил. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Значит, минус С. 1, 2, 3, 4. Ну и здесь 1, 2, 3, 4. Поскольку у нас только С, только косинусы, поскольку угол фи равен нулю. Да, у нас мы здесь их и дописываем. Поскольку здесь у нас есть реакция Х1, да, мы просто вычитаем из этой реакции соответствующую силу, которая возникает при нагреве. Ну и аналогично. Третьим, поскольку мы убираем
вот эти силы F1, F2, да, вместо них нагрев. То есть здесь во втором узле у нас силы равны нулю. Но мы добавляем по оси X во втором узле силу FT, то есть температурного расширения. Вот она у нас сюда записывается. Мы опять же получаем аналогичную систему, как и в случае, когда просто сила задана, да, только опять же вместо силы у нас есть сила эквивалента, сила температурного расширения. И делаем все то же самое решение. Здесь есть какие-нибудь вопросы? Да, вроде бы нет. Ну, поскольку порешать у нас сами сейчас, наверное, не получится эти задачи, да? Вы можете сами сейчас попробовать свои варианты порешать, мне скинуть. Я не знаю, как будет лучше. А вы нам варианты, кстати, не раздали. А, варианты не раздал. Давайте сейчас варианты раздам. Не отходя от кассы, как говорится. Так. А 702-я группа у вас пустая? 802. А, 84, 3480. Это что-то не то. То есть какие здесь группы у нас? 802, 812, правильно? Да. Ага. Значит, ну смотрите, сейчас я варианты сделаю, вам сейчас лист тогда скину, уже распространите. Значит, но нумерация будет такая, то есть Бецкова Елизавета номер один будет вариант. А вот. Далее Лазарев второй, Протопопов третий, Савельев четвертый, Черных пятый. Это 802-я группа. То есть по порядку. Затем переходим к 812-й. Исаулов будет уже шестой. Ляутдинова, простите, если ошибся. Седьмой вариант. Землянский, восьмой. Златоустов, девятый. Карагаев, десятый. Корнюшенков, одиннадцатый. Ну, собственно, прибавляем 812 к вашему порядковому номеру цифру 5. То есть Карагаев, как я уже сказал, будет, например, 10-й вариант. Ли Чонгмин будет 12-й вариант. Вот. Но список я сейчас сделаю, у меня просто Excel глючит, почему-то не открывается сразу файл. Поэтому вот так. Значит, и ребята, те, которые по Zoom, значит, у нас тут проблема. В аудитории пока связи нету. Надеюсь, там сделают в ближайшее время. То есть мне там Zoom не запустить будет в аудитории. То есть на первом занятии не мог, да, связи вообще не было, там не сделали, не провели сеть еще. Вот. На этой, к сожалению, не знаю, поскольку на карантине сейчас все До сих пор ничего не поменялось. не поменялось, да? Ну, вроде как, да. Ну, собственно, там должны сервера сначала поставить. Вот. А как поставить сервера, так у нас появится доступ к программе. Ну, нам с этим тоже, видимо, пока что проблемы. Вот поэтому я, честно скажу, не знаю, как я по Zoom там смогу проводить в аудитории занятия. Вот, здесь будет сложно. Поэтому я не знаю, я, наверное, материалы буду просто скидывать для лекции. Ну, а практики, соответственно, вот была одна практика. Соответственно, этот сейчас я вам тоже скину. Давайте прямо сейчас вам в чат отправлю конференцию, туда скачать. Ну, мы попытаемся еще к следующему занятию скачать какую-нибудь версию программы. Вот прямо сейчас займитесь, прямо сегодня, вот, вот поскольку занятие, прямо сейчас и попробуйте найти. Те, кто... Софья Пиева у нас здесь есть? Нет. Нет, она только что была, вышла, видимо, не переключилась. Соответственно, Софья как раз, поскольку она у нас где-то за границей, может попробовать скачать как раз лицензионную версию студенческую. И должны будут предоставить. Единственное, боюсь, у нас она опять же работать не будет.
поскольку, как я понял, она сервер лицензии, точнее файл лицензии проверяет где-то на сервере. Так. Но она вроде как выдает тот файл лицензии, когда ты запрашиваешь, и когда скачиваешь, там должна быть директория с этим файлом лицензии, а он ее ищет. Нет, Ну, у меня, по крайней там, мере, при установке так я не делается. знаю, это то, что вы мне скидывали скриншот, это не файл лицензии. А вот, то есть этот пункт мы вообще не устанавливали, пропускали все ребят. Просто она версии, видимо, проверяет в интернете лицензию. Обращается к серверу. А если выключить интернет, то Не, может значит, будет проверить. Гриша, не будет лицензии. А. Скорее всего. А вот. Потому что в прошлом году еще работала. В этом, видимо, они решили закрыть все. Либо их купил кто-нибудь, либо еще что-то. Посмотрите, пожалуйста, в чате конференции. Я скину, соответственно, сегодняшний. То, что рассказывал. У меня пока пустой чат. А, вот. Enter забыл нажать, простите. Опять же, в принципе, это все есть методички в каком-то итоговом виде. Ну, вот. Собственно, работал я, по сути, по ней писал эту практику. Вот. Ну, поскольку сейчас у доски мы с вами порешать не можем, вот эти самые задачи. Поэтому, наверное, на сегодня тогда все будет. Раз у вас нет программ, делать мы ничего не можем. И у меня она тоже на компьютере, к сожалению, не работает. Вот, я поищу сейчас, опять же, версию, которая у меня была для виртуальных машин. Может, получится с ней. Вот, может, у меня где-то сохранилось. Вот. Очень на это надеюсь, но не уверен. Ну а так, если вопросов нету, тогда можете быть свободны. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.